Toyota представила первый в мире электрический кроссовер. Он создан на базе RAV4, но изменения заметны и призваны в первую очередь улучшить аэродинамику. Для этого на кузов установлен иной передний бампер, радиаторная решетка, крышка капота и совершенно иначе выглядит оптика. Модель – совместное детище Toyota и американской компании Tesla, известной своими инновациями в электроавтомобилестроении. За 3 года планируется сделать 2600 экземпляров, так что пока говорить можно скорее о тестовых продажах. Причем тестировать автомобиль будут за счет покупателей-энтузиастов, готовых заплатить порядка $50 000 за экспериментальную машину, что почти в 2 раза дороже обычной бензиновой версии. Кроссовер способен проехать на одной подзарядке до 100 км, при этом на полную подзарядку от электрической сети напряжением 240 вольт понадобится 6 часов. Разгонная динамика на весьма приличном уровне, до сотни 8,6 секунды. Максимальная скорость 135 км в час, а в режиме спорт на 1,5 секунды быстрее. При этом максимальная скорость возрастает до солидных 160 км в час. Но заряд батареи в таком режиме расходуется слишком быстро. На центральной консоли электромобиля 7-дюймовый мультимедийный экран, передающий информацию о состоянии аккумуляторных батарей. Приборная панель жидкокристаллическая. В обычном режиме вождения она синяя, в спортивном – красная. Электрический RAV4 должен поступить в продажу на территории США уже в конце лета этого года. О других странах пока не упоминается.